Молодежь у нас, ну, как бы приходит не только сюда заработать определенную сумму денег, чтобы содержать себя или свою семью, но имеет возможность отдыхать, заниматься спортом не только самому, кто работает здесь, но и организовываем, часто мы организовываем семейные соревнования. Заботимся о том, чтобы наставник знал, что и как делать с молодым специалистом. Поэтому все они проходят специальную программу обучения и успешно справляются с этой ролью.